Сегодня мы поддерживаем эту конференцию, поскольку серьезное внимание в нашем проекте уделяется многоквартирным жилым домам. В СМИ сложился такой вот стереотип, что ремонты многоквартирных жилых домов – это не совсем хорошая идея. Ведь что всегда настораживает собственников? Будут ли они экономить? Если ремонт провести без термомодернизации, экономии не получится. Так вот, именно энергосбережение, термомодернизация приводит к тому, что собственник мотивирован к проведению ремонта. Пятый год, и сейчас мы рады, что такого рода проекты выполняются повсеместно в рамках программ модернизации ЖКХ. Пилоты доказали свою эффективность. Это примерно 30-35% экономии в денежном выражении, от 15-25% экономии в тепловой энергии. И большое внимание мы уделяем мониторингу сокращения парниковых газов. Экологический эффект тоже значителен. Это порядка 50-100 тонн в CO2 эквиваленте за один отопительный сезон по одному дому. Это вклад Республики Казахстан в выполнение ее международных обязательств по изменению климата.